Комфортная зимняя погода – залог успешных спортивных состязаний на свежем воздухе. В Томилинском лесопарке прошел чемпионат Подмосковья по спортивному ориентированию на лыжах. На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. Проверить свою скорость, ловкость и сообразительность решили 280 спортсменов со всей Московской области. Для успешного спортивного выступления в зимнем лесу, кроме умения ориентироваться на незнакомой местности, от участников требовался и навык езды на лыжах. Укатано около 50 километров лыжней, по которым и двигаются спортсмены до контрольных пунктов. Они большая сетка лыжней, она выглядит зеленым цветом на карте, как паутинка. И по ней они ориентируются и берут, ищут контрольные пункты. Участники соревновались в 5 мужских и 5 женских группах, сформированных по возрастному принципу. Соревнования проводились в 2 категориях – спринт с дистанцией 3 километра и классика протяженностью 8 километров. Победительница из группы 65+, люберчанка Раиса Хараськина, спортивным ориентированием занимается с 33 лет. Очень интересно. И бежишь, и голова постоянно думает. И это даже стало уже образом жизни. Сейчас уже в серьезных соревнованиях я по своему возрасту, ну, как могу, так бегу. Уже не за медали, за здоровьем бегаем. Это любовь к жизни, вот настроение уже поднимается. Вот если выходные, какие-то выходные у меня не получается выходить на соревнования, у меня уже как бы день потерянный. В Томилинском лесопарке состязали спортсмены из 16 муниципальных образований Подмосковья. Победители этого первенства примут участие в чемпионате России. Соревнования пройдут 10 февраля в Нижегородской области. Григорий Ворванин, Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.